Всем привет! Мы с Сережей решили сегодня в воскресенье погулять. Дошли до Юшкус-Басугля. Посмотрите, в каком состоянии дома. Сейчас покажу рядом дом стоящий. Вон тот. Привет! Всем привет! Скрытая. Вон тот дом. Но была микрофончик взять, не взяла, ладно. Сейчас поближе покажу его. Вот красивый, покажи. Я показала, что красота. Ужасно. Посмотрите на верхние этажи. И вот домик в каком состоянии. Ну и дальше пошло в таком же виде. Вот тот домик, который я вам показывала. Это мы сейчас идем, Сереж, по какой улице? Суворова. По Суворова, блин. Смотрите, какие кустики стоят, красивенькие. Я нигде здесь не видела таких кустиков. Вот идем по улице, вот таком, видите, центр города. Конечно, обидно, что такие дома очень красивые в таком состоянии. Если бы это все привелось в порядок, было бы очень красиво. Вот идем в следующий домик. Видите, как красиво. Вот, конечно, вон там. Сейчас ближе подойдем. Сначала выпей кофе, а потом захвати мир. Угу. Что, пойдем, покажем, выпьем шестая, подарок. Да. Писюнься. Красиво все равно, да? Лиственница, ага. Мы сейчас так прямо пойдем. И выйдем. Блин, ветер, дымогуч. И выйдем на коммунар. Вышли на улицу Суворова. Смотрите, какие домики красивые. Мы идем по Суворова, это какой-то перекресток. А, перекресток просто. Вот это вот все улица Суворова, красиво, конечно, тенечек, прохладно. Там у нас идет техникум. Так, у нас торгуют овощами, фрукты, овощи. Сухофрукты, да. А цен нету, не видно, да? Сейчас покажу вам. Да, мы на базаре купили, на садовой купили абрикосы по 100 рублей. Поехали. Я уже сварила вареница абрикосовая. Целый литр. Абрикосовая, да. Вот такой домик. Тоже видите весь. Есть обшорпанный. И следующий домик какой красивый. Мы выходим сейчас на улицу Металлургов. Какие необычные цветочки. Прям здесь не видела ни раз. Молодежь идет, орет. Красота. Прям красота. Они еще и цветут. Да, я вижу. Прям красиво. Вышли на улицу Металлургов. Идем на светофор. Идем по улице Металлургов, которую делали в том году. 2 года, да, даже делали, по-моему, если не ошибаюсь. Красиво сделали, конечно. Здесь много деревьев поубирали. Идем в парк. Через парк и домой. Сейчас зайдем в арку. Красивую. Там у нас идут аттракционы. Крутится чертово колесо.
Но мы сегодня не пойдем, прогуляемся как-нибудь в другой раз. Сейчас захватим немножко парка. Сережа уже пошел. На улице красота, тепло. Голубые ели. Подойди. А вот они, Новокузнецкие апорт. Вон видно. Яблочки. Где? Вот видно яблоки. Ты что, какие яблочки? Это яблоки. Сибирские, вот яблочки. Вон висят. Вон, смотри, гроздями прям. Во, урожайный год. Вон сверху. Ну, это, конечно, Сережа стебется. Что это? Сибирский апорт. Ну да, сибирский апорт, не спорю. Красиво, конечно, что говорить. Красота. Лавочки у нас тут стоят. Где? Я липу не искала. Ну, посмотрите, какая красота ели. Шикарно. Что, машина? Ветер. Дует ветер. Еще кое-что. Камера трясется. Вот такой вот у нас вход в парк. Здесь пешеходная тоже зона. Сейчас я вам покажу поближе. Вышли на другой фонтанчик. Драмтеатр. На драмтеатр, да. С замазанными колоннами. Почему замазанными? Ну, видишь, они всегда заштукатурили, чепят. Или закрасили. Сейчас ближе к фонтанчику подойдем. Я так понимаю, но то у нас тоже такую систему сделали. Как правильно сказать, Сереж? Не знаю, на прокат или что. На прокат. А может, потому просто что... здесь катается? Нет, потому что там на октябре тоже был, я видел. Походу, это Туя. 0 похоже на Тую. Вот они вот он фонтанчик на драмтеатре. Какая красота. Ну да, подсветки. Сейчас ни подсветки-то ничего нет. Смотри, радуга. Радуга видно? Нет, не знаю, тут радуга. Я не вижу. Не видишь? Красиво, шум воды. Вечером еще подсветочка должна работать. Мы что-то, не знаю, не видели. В эту сторону не ходили. Это не сделает. А с той стороны купаются ребятишки. Ну, воды свежести не ощущается, но все равно воды запах есть. Вон они, ребятишки, загорают. Ну все, идем дальше. И вот у нас афиши на драмтеатре. Ну, а мы идем, ждем светофор. Смотрите, какая техника у нас ездит. Вот, вот так. Ребят, ну все, мы пришли домой, у нас сел телефон, конечно же. Не посмотрела, что заряда мало было. Сходила в душик, потому что дышать прям вообще нечем. Жарко. Было солнце, было 31 в тени. А сейчас все затягивает черными точками. Ну все, мои хорошие. Всем отличного вечера.